Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон и председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, заложили камень, фундамент строительства здания филиала Сингапурского института развития менеджмента в Душанбе. Вначале глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с проектом строительства здания филиала института. Было сообщено, что 1 июля 2020 года между исполнительным органом государственной власти города Душанбе и Сингапурским институтом развития менеджмента на основе двусторонних встреч и согласования сторон подписан меморандум по академическому сотрудничеству с целью открытия филиала в Таджикистане. Сингапурский институт развития менеджмента основан в 1956 году как ведущее некоммерческое учебное заведение в Сингапуре. Строящийся объект института расположен в районе Сино, Душанбе. Спроектирован с учетом современных проектно-методических приемов, общая площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров. Филиал института имеет возможность принять для дальнейшего обучения 2500 студентов. Система образования института предусмотрена для выпускников 12-летних общеобразовательных учреждений без годовых подготовительных курсов, а для выпускников 11-летних общеобразовательных учреждений предусмотрен 1 год подготовительных курсов. В ходе презентации проекта строительства здания филиала было сообщено, что исследования в институте будут проводиться по направлениям промышленный менеджмент, международный туризм и гостеприимство, информационная и кибернетическая безопасность с включением обязательного изучения таджикского языка, истории Таджикистана, национальных обычаев и традиций. Прием абитуриентов и аттестация выпускников осуществляются в соответствии с процедурами и сроками, установленными Сингапурским институтом развития менеджмента. В ходе презентации образцового проекта строящегося здания лидер нации обратил главное внимание на контроль строительных работ, соблюдение норм безопасности, рекомендовал создавать достойные условия для подрастающего поколения страны, которое будет учиться в этом институте. На официальном открытии образовательной деятельности института в здании, выделенном правительством Республики Таджикистан, приняли участие и выступили председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, и президент Сингапурского института развития менеджмента доктор Эрик Куан. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поздравил присутствующих с открытием в столице филиала Сингапурского института развития менеджмента и расценил это как важное событие в начале нового учебного года в рамках укрепления межгосударственного сотрудничества и реформ в сфере образования для обмена научным и практическим опытом. Эта мера позволяет максимально адаптировать систему образования к международным требованиям. Строительство и сдача в эксплуатацию зданий и учебных заведений нового типа, внедрение современных технологий и открытие в последние годы филиалов университетов и институтов дальних и ближних стран планеты позволили Душанбе стать центром науки, знаний и развития сферы образования. Затем на церемонии открытия Сингапурского института развития менеджмента председатель Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, вручил символический ключ руководителю филиала Сингапурского института развития менеджмента в Таджикистане Эрику Куану. При этом филиал института получил символический сертификат. Филиал Сингапурского института развития менеджмента в городе Душанбе создан в рамках указаний и поручений главы государства во имя создания современных условий для получения образования и постоянных усилий председателя Маджлиси Мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали. В нем созданы лучшие условия для обучения молодежи.